У вас с лапкой, вот лапки нету. Ласковый, очень, да? Ласковый, да. Игривый молодой кот. Это Флинт, трехлапый кот, которому нет еще и года, но он уже столкнулся с суровыми реалиями жизни. Это сейчас он тихий, спокойный и молчаливый, а когда-то был любознательным бездомным котенком, из-за чего и угодил в капкан. Флинта на улице подобрали волонтеры и отправили в приют для животных. Сейчас он находится на передержке Владислава Жихарева. Парень надеется, что дружелюбный кот найдет новых хозяев. У нас находится на лечении. Подлечим, мы будем искать хорошие руки. Владислав считает себя многодетным папой. Его дети обиженные судьбой, собаки и коты. Первого питомца парень взял после просмотра программы «Наше утро». Репортаж о брошенных животных задел его до глубины души. Так в его жизни появились собака по кличке Стрелка и черный кот по кличке Сына. На этом Владислав не остановился. Приехал в приют для бездомных животных и сам стал волонтером. Двое питомцев своих, а на передержке кот Флинт и еще две собаки. Один из них – пес Джек, которого пытались убить живодеры. Теперь они вместе с ним разучивают команды, чтобы впечатлить будущего хозяина пса. Ты что, лёг-то? Ты что, всё лежишь-то? Не, да, давай. Дай мне лапку. Дай лапку. Джек, дай лапку. Лёжа тоже получается. Дай лапку. Джек. И еще одна рыжая красавица, спасенная из неблагополучной семьи, вот эта собака. Клички у животного пока нет, да и живет у Владислава всего пару дней. Собака настолько напугана, что забивается в угол и прячется от людей. В доме, где она раньше жила, над ней жестоко издевались. Четвероногая сидела на толстой короткой цепи, которую пришлось снимать не один час. Владислав даже хотел вызывать спасателей. Голодом держали, очень истощенная. Людей она вообще не знает, очень дикая. Мы прошли лечение, она у нас тоже при смерти тут лежала пластом. Сейчас у собаки адапционный период, после которого Владислав готов отдать ее в надежные руки. Все питомцы здоровы и привиты. В любой момент человек, который, так сказать, усыновил щенка или кота, может позвонить в приют, спросить совета или помощи. Волонтеры приезжают, ставят уколы, лечат, привозят лекарства и даже лакомства. А сами животные, которые прошли испытания судьбой, становятся благородными, игривыми и преданными друзьями. Эльвира Исмагилова, Надежда Головина, ОТВ.